Это эксклюзивные кадры с задержания Косова в Алмарасане. При обыске тогда изъяли пистолет Макарова и боевую гранату. Чуть позже оперативники обнаружили целый арсенал. Почти 20 единиц оружия. Ружья, автоматы и пистолеты. На свободе Шпек бегал недолго. Его все-таки задержали. И он оказался в одной колонии вместе с Кайрой Косым. Можно сказать, такая крепкая дружба между ними завязалась. Можно сказать, криминальными братская дружба. Как бы называли себя братьями. Тоже дерзкий такой, наглый, делали какие-то дела, решали. Кайрат Буханов после выхода из мест не столь отдаленных уедет к себе на родину так называемым смотрящим. В 2013 году неизвестный убьет Кайру двумя выстрелами в голову в подъезде дома. Убийцу до сих пор разыскивают. Ну а Рамазан с друзьями на могиле коллеги по криминальному ремеслу воздвигнут огромный мазар. Но это будет позже, уже после тюрьмы, из которой Шпек вышел удивительно быстро.